Да не плюйся так, Ихалайнен. Хюверинен, не позволяй чужим людям плеваться в твоем доме. Не пяль глаза на меня, Ихалайнен. Не пяль. Я что тебе сказал? Не пяль. Слышишь? Хюверинен, в твоем доме готовится убийство. Гляди, он уже кряхтит. Случайно узнал, как можно быстро разбогатеть. Бомжей подслушал. Один сказал, плюнь в богатого, сам разбогатеешь. Сперва подумал, глупость, суеверие. Типа, брось пить, станешь здоровым. Вечером сел ужинать, жена говорит, есть нечего. В доме только табуретка, веревка и кусок мыла. Думаю, что мне трудно, что ли, плюнуть в богатого? Да хоть во всех. Выскочил на улицу, побежал к ресторану. Только прибежал, выходит пузатый, коньяком за версту. В руке сигара кубинская, из носа дым, из ушей черная икра. Я подскочил, плюнул в него. Он единственное, что успел, достать кошелек и бросить в меня. Метил гадина в висок, чтобы убить наповал. Но я увернулся, поймал кошелек и побежал. В кошельке оказались доллары. Много. Если перевести на наши деньги, почти 40 тысяч евро. Я сразу в банк, оттуда сразу в полицию. Евро оказались фальшивые. То есть примета работает. Плюнул жулика, получу фальшивые деньги. В полиции я схитрил. Сказал, что нашел кошелек. Мне поверили и сразу отпустили. Пошел к себе. И я уже отчаялся было, но месяца через два стою как-то утром на улице. Рано, еще не завтракал. Третий день. Нечем. И вижу, идут прямо на меня пятеро. Все в золотых цепях, в золотых зубах. Один с золотым глазом. Редкая удача. Думаю, в кого-нибудь да попаду. Не может быть, чтобы не попал. И редчайший случай. Попал сразу во всех. Через неделю пришел к себе. В смысле, пришел в себя. И решил, все, еще один раз плюну в первого попавшегося, и все. И завязываю с богатством. И вот Бог-то есть. Вышел на улицу, навстречу идет парнишка. 3 метра ростом. Морда вся заплыла. Глаз не видно. Я плюнул. Он меня за шиворот поднял. Высоко. Очень высоко. Говорит, врачи не все лечат. Замучился я с ячменями. А ты плюнул, и все прошло. Устроил меня к себе на работу, чтобы я всегда был у него под рукой. Под глазом. Деньги платит хорошие. Понял, как разбогатеть? Работать надо. Спасибо.